Ой, промахнулась, ну ладно. Так, тема А и Б. А при чем тут А и Б? Потому что ответ либо на А, либо на Б. Да. Руанда. Можно и к концу. Так, на коне этого цвета выседает всадник апокалипсиса смерти. Красный. Там на А и Б. Так, предположительно, это искусственный инопланетный объект, сфотографирован на морском дне в Антарктике. Среди ученых для них, что является морской губкой. Тема А и Б. Чего это значит А и Б? Губка. Блять, сказали сто раз тебе, что ответ либо на А, либо на Б начинается. А-а-а. Гигантский волк, схемоскопный фалл, прожарящий, осторожный охотник, решивший ходить в одиночку в лесу ночью. Он также может помочь людям в поддержании остатка, либо здоровыми, бывает слабых и больных животных. Тумбак. Блядь, на А или Б? На кузову будет тяжело объяснить. Перед каждым вопросом. Тема ВЭГЭ, вопрос со ставкой. Вы хотя бы уже знаете, на какую из двух букв будет ответ. Крупнейшее по площади пресноводное озеро мира. Байкал. Нет, глубоко. Он так и не понял.